Привет, друзья! С вами Сан Саныч, и вы на канале «Взрослый разговор». Сегодня 8 марта 2022 года, и я вещаю вам из Одессы. Время сейчас где-то примерно 21:15. Ну, в общем-то, на улице ночь. Ну, и сейчас вот послушайте буквально секундочку тишины. Вайбер. Не получилась тишина. Но на самом деле на улице очень тихо. Я стою на балконе, у меня за спиной один из крупнейших спальных районов города. На улице комендантский час, на улице никого нет, люди не ходят. Магазины у нас работают до 17, в общем-то, после 19, когда наступает комендантский час, на улице уже фактически делать нечего. Ну и напоминаю, что то, что мне очень нравится, что в магазинах запретили продажу алкоголя, ну, это действительно, это большой шаг. Сегодня 8 марта. Девушки, дамы, бабушки, сестры, мамочки, мы всех вас поздравляем с этим праздником весны. И несмотря на то, что сегодня погода менялась несколько раз в день, и дождь, и снег, и ветер, и все что угодно, но это таким образом, вот зима боролась с весной, но мне кажется, весна все-таки победила. Пускай всегда весна у вас будет в сердце. Будьте нам здоровы, счастливы и любимы. Вкратце хочу рассказать об итогах сегодняшнего дня, что сегодня происходило, что мы сделали, ну и немножко рассказать, что мы планируем делать завтра. Итак, если брать обстановку в Одессе, то достаточно спокойно. Вот. Ну, во всяком случае, я не слышал, чтобы сегодня что-то бухкало. Пару раз срабатывала сирена. Воздушная тревога была, но это такое, потому что мы были в разных районах города. Но, во всяком случае, я не слышал. Вчера, да, вчера бухкало, так, знаете, хорошо, ну, так, не по-детски. Срабатывала сигнализация в машинах, ну, было, ну, очень некомфортно, мягко говоря, это я сейчас подбираю слова. Сегодня, ну, сирена срабатывала, но, в общем-то, каких-то таких эксцессов не было. Мы сегодня очень много развезли продукции, очень много развезли помощи нуждающимся людям. Мы были фактически, наверное, во всех районах города, да? Да, мы даже туда ездили. Далеко, скажем так. И плюс мы ездили в область. Несколько у нас было дальних маршрутов. Мы, конечно, стараемся, ну, помогать вот тут, в нашем районе, потому что чем дальше мы едем, тем дольше мы едем, и тем меньше мы можем помочь меньшему количеству людей. Но когда нам пишут запросы, когда нам, ну, пишут люди, что там 5 человек детей голодают, естественно, мы созваниваемся, уточняем. И если это действительно так, то мы везем. Кстати, на самом деле, вот я рассказывал в прошлых видео, люди бывают абсолютно разные. И сегодня порадовали люди. Вот, мы вчера созванивались, договаривались о помощи, но я понимаю, что люди не просят помощи только у нас, а обращаются в разные места абсолютно. И сегодня вот Александр Валерьевич привез, одной женщине позвонил. Она говорит: вы знаете, большое спасибо, нам уже другие ребята кто-то привез, помог, поэтому мы не будем, нам чужого не надо, помогите лучше тому, кто нуждается. То есть это здорово на самом деле, то есть не все люди такие, про которых я рассказывал там в своих прошлых выпусках, которые, знаете, ну, как говорится, на шару тащей ложкой. Что еще? Мы сегодня тарились в метро, мы сегодня тарились в АТБ, и мы сегодня тарились на рынке початок. Значит, что было? Если брать рынок, овощи были абсолютно все, картошку можно было взять хорошую по 17 гривен, так себе картошка была по 15. Обязательно, если вы хотите помогать людям, ну вот вы сами, допустим, покупаете или себе берете впрок, обязательно смотрите, что вы покупаете, потому что дешевое не значит качественное. Я беру вот эту картошку, она вроде большая, ну такая, по 15 гривен. Продавец, конечно, говорит: она хорошая, хороший, брат, покупай, конечно, вкусный, хороший. Я беру ее, знаете, сжимаю, она очень-очень мягкая. Я говорю: дружище, но она мягкая. Эй, у тебя силы много в руках, ну и так далее. То есть продавцы всегда знают, что рассказать. Вот, поэтому по 15 мы не брали, брали по 17. По 17 она крупная и твердая. Вот, и смотрите, чтобы она не была проросшая, но это если вы кому-то хотите помочь действительно. Ну и также смотрите и на морковку, смотрите и на лук, чтобы он не был там гнилой. Потому что сейчас, конечно, у продавцов, знаете, они могут сливать вообще любую продукцию, залежалую, некачественную. Обязательно смотрите, что вы покупаете. Еще раз говорю, не гонитесь за ценой, потому что низкая цена – это
ну, не гарантия качества. Что еще? На рынке также были сегодня практически, мы купили по бакалее рис, сахар, соль. Было масло, но масло мы взяли в метро. Что еще было на рынке? В общем, было практически все, кроме гречки. Гречки пока нету нигде, но я думаю, что тоже в ближайшее время она появится. В метро мы взяли яйца, в метро мы взяли филе куриное, в метро мы взяли очень много разных консерв, туалетную бумагу, подгузники взрослые. Сегодня ребята возили, Дима и Саня, наши герои, возили в детскую больницу на Воробьёва, это на Слободке. Там специализированная больница, там деткам нужна была помощь, нас просили, мы помогли подгузниками. Также отвезли деткам туалетную бумагу, отвезли сладости. Ну, мы стараемся, когда мы знаем, что мы везем и там есть детки, мы стараемся деткам тоже каким-то образом посластить. Ну, знаете как, детство должно быть по-любому. И, кстати, есть совет родителям. Там, где у вас маленькие детки, не рассказывайте им то, что сейчас происходит. Расскажите как-то это так, чтобы не травмировать психику, потому что все это закончится, а дети с этим будут жить. Вот постарайтесь каким-то образом, ну, нивелировать эту ситуацию и рассказать ребенку как-то, а лучше вообще не рассказывать. Ну что, да, происходит, да, ну, сирена, да, или там даже какие-то хлопки, ну, фейерверки, да, китайский Новый год, вьетнамский Новый год, не знаю, любой эскимосский Новый год, придумайте что-нибудь, сделайте так, чтобы ребенок не боялся и чтобы он вырос нормальным, полноценным человеком. Это такой совет, просто как хотите принимайте, хотите нет. Не было ни в метро, ни в АТБ, ни на базаре, не было никаких дешевых макаронных изделий, то есть были какие-то там супердорогие, итальянские и так далее, но мы не можем себе позволить покупать такие макаронные изделия. В общем-то, мы сегодня достаточно неплохо затарили склад. Я думаю, что мы даже на завтра, у нас единственное, что, может быть, мы картошки завтра немножко подкупим, а так у нас на завтра есть практически все. Единственное, что макаронных изделий нету, а так у нас есть, ну и гречки нету, вот это единственное. А так все на завтра есть, плюс завтра нам уже напрямую поставщики привозят подгузники и привозят туалетную бумагу. Мы сегодня купили немножко туалетной бумаги и развезли, потому что сегодня были запросы. Завтра у нас уже будет туалетная бумага от поставщика. Я вам для сравнения скажу, такую туалетную бумагу мы покупали в Эпицентре 8 гривен с копейками. Нам она зайдет 5 гривен с копейками. Ну вот вы можете посчитать разницу, ну, на, ну, сколько мы экономим, а соответственно мы можем купить больше продукции. Поэтому мы, в общем-то, и выходим напрямую на поставщиков. Сейчас мы активно ищем, я еще раз обращаюсь к торговым представителям, либо к торговым компаниям, те, которые торгуют бакалеей, крупами. Свяжитесь со мной, мы готовы у вас покупать, мы просим вашей помощи, но не надо нам раздавать бесплатно, мы готовы покупать. Ваша помощь будет в том, что вы нам продаете по оптовой цене и делаете доставку, потому что у нас очень много времени уходит на закупку. Пока ты обойдешь весь, допустим, метро, сегодня очень много времени съело. Пока ты пройдешься по всему этому метро, пока ты там то, пока ты отстоишь очередь, ну, 3-4 часа мы теряем на этом. Да, на рынке все гораздо проще, там подъехали, там меня все знают, закинули. На рынке мне точно ничего плохого не подсунут, вот, и там все проще. В магазинах сложнее, поэтому торговые представители, торговые компании, которые торгуют крупой, ну, бакалея, вы понимаете, что мне надо, мне нужно, чтобы она была весовая. Пишите мне, мы с вами свяжемся, у нас есть для вас заказы, наверное, ну, если не ежедневно, то как минимум раз в 3 дня мы будем заказывать. Мы хотим тоже немножко наработать склад, чтобы у нас было, чтобы мы каждый день не занимались заявками и доставками, потому что у нас очень много развоза. Что еще? По-прежнему у нас остается проблема с медикаментами. Мы медикаментами пока никак не помогаем, потому что у нас медикаментов нету. В аптеках они, если и появляются, то за ними стоит огромная очередь и дают там по одной пластинке. Ну, в общем, нету времени заниматься медикаментами. Поэтому медицинские представители или медицинские дистрибьюторы, которые точно так же готовы нам каким-то образом помочь, не в плане бесплатно, хотя и это тоже приветствуется, естественно, но хотя бы за деньги, но элементарные, там, жаропонижающие, средства от
давление, сердечное и так далее. То есть то, что необходимо, потому что иногда мы там жаропонижающие для детей или для взрослых ищем очень долго. Какие-то вещи, которые вот первой необходимости, мы тоже будем благодарны, выходите на нас, мы готовы с вами сотрудничать. Ну, я понимаю, что то, что по рецепту, там все сложнее, но, наверное, тоже как-то можно это решить. Мы сегодня вот с командой обсуждали, возможно, мы будем привлекать в нашу команду еще и фармацевта, то есть человек, который разбирается в лекарствах. Ну, посмотрим, это пока только мысли, у нас действительно мыслей очень много, и если еще неделю назад, или когда мы там начали этим заниматься, мы вообще не знали, что мы до таких масштабов вырастем, то что будет через неделю, я точно не знаю. Хотя есть уже определенные прогнозы и даже договоренности, причем договоренности очень много мне звонит, мы общаемся, у меня вот телефон даже сел. Сегодня вечером Португалия, Италия, Англия, Швейцария, кто еще из Европы звонил, Франция. Ну, это все одесситы, это все бывшие одесситы. Хотя бывших одесситов мы знаем не бывает. И вы мне это пишете и очень сильно поддерживаете. Сегодня нам передали помощь из Израиля. Все было очень просто. Мне позвонили, сказали: Сан Саныч, здравствуйте, мы хотим вам помочь. Но вы знаете, мы не будем вам передавать вот эти вот непонятными там эти вот. Заедьте, пожалуйста, по такому-то адресу на Калантаевской, вам там немножечко отсыпят. Мы так и сделали. Огромное спасибо. Вот, поэтому одесситы, они везде. Вот, огромное спасибо всем, кто помогает. На самом деле, мы ценим абсолютно всех. Есть желание, обязательно пишите мне в Инстаграм. Пишите, мы круглосуточно общаемся с вами. Кто знает мои телефоны, лучше сразу звоните. Уже многие знают мои телефоны, откуда вы их находите, откуда его вы находите, потому что один так более-менее все знают. Вот. Звоните, я всем отвечаю. В течение дня, если мы не отвечаем на сообщения, значит мы на развозе. Мы вот сейчас заканчиваем съемку, садимся и начинаем отвечать на ваши сообщения. Обычно мы так формируем заказы на завтра, но у нас на завтра уже достаточно много заказов сформировано. Мы сегодня почти все вывезли, может быть, один или два заказа. Мы не вывезли... Был заказ вот здесь вот недалеко от нас, не могли связаться, потом женщина отзвонила и сказала, что она будет после 19 дома, ну извините, после 19 комендантский час, ну точно нет. Что еще? Всем, кому нужна помощь, пишите. Пишите, какого рода помощь, только, пожалуйста, сразу пишите коротко в сообщении. Здравствуйте, меня зовут так-то, мне нужна такая-то, такая-то помощь, я нахожусь в таком-то районе, на такой-то улице, и номер телефона. С вами свяжутся либо я, либо мои помощники, скажут, что от Сан Саныча, и, соответственно, договорятся с вами о том, какую помощь вам нужно оказать. Как мы сейчас это делаем? Это очень важно. Мы уже просто несколько раз обжигались, когда мы привозили помощь тем людям, которые действительно в ней не нуждаются. Те, которые, знаете, хотят как-то вот приобщиться к халяве. Ну, они так думают. Пару раз мы даже отдавали, но, знаете, как привезли уже, ладно, бери. Но сейчас категорически у всех наших ребят стоит задача, перед тем, как отдавать кому-то помощь, мы сразу предупреждаем, что мы зайдем, мы посмотрим ваши жилищные условия и посмотрим, кому мы оказываем эту помощь. Ну, один раз мы только отказали, лично мне. Вот. Больше никто не отказывал, то есть, да, пожалуйста, заходите. Даже мы вчера, кажется, да, мы привезли, там ребенок с ДЦП, женщина говорит, я могу вам показать документы, да не надо мне документы, я и так вижу, ну, люди, мы... Нам не нужны документы, мы зашли, визуально оценили. И на основании этого мы, опять-таки, это наше субъективное мнение, наша человечность. Мы понимаем, как далеко вы живете, как часто мы можем к вам приезжать. Соответственно, на основании этого, где-то мы сразу мешок картошки отдали, где-то мы дали борщевой набор на несколько дней. Ну, то есть мы понимаем, что сюда мы, например, можем еще привезти. Если мы едем на какой-то дальняк, а сейчас, в принципе, в области любой населенный пункт, это уже считается дальний, потому что огромные пробки и очень много тратится времени как раз на пробки, не на саму дорогу. Пишите любая помощь, которая вам нужна. У нас есть сейчас запрос уже на две инвалидных коляски. Кто может помочь, кто может отдать, кому не нужно, опять-таки мне пишите. У нас, в общем-то, такая взаимопомощь. Может быть, я сразу вас состыкую, и вы сразу людям отдадите. То есть, не обязательно в эту схему включать Сан Саныча. Я приветствую то, что кто-то, если хочет и может помочь кому-то другому, то вы говорите, у меня есть инвалидная коляска. Я говорю, окей, в каком районе города вы живете? Там-то, там-то. А есть там в вашем районе человек, вы можете отдать? Да? Да, окей, мы вас состыковали, и огромное вам спасибо, огромная благодарность. А мы этому человеку от себя еще привезем продуктов. Что нам еще надо по помощи?
Про медикаменты я говорил. Продукты мы сейчас покупаем. Подгузники мы сейчас покупаем уже тоже напрямую. Еще есть запросы, просто просят тоже пожилым людям мобильные телефоны. Не обязательно 13-й айфон, к которым сейчас многие привыкли. Вот. Хотя сейчас, вот мы как раз общались, происходит переоценка ценности, вернее, она уже произошла. И уже сейчас важно не какой у тебя телефон, а какой ты человек. Вот мы с человечностью сталкиваемся каждый день. И мне на самом деле очень приятно, что столько хороших людей вокруг. И их гораздо больше, чем вот тех других, про которых не хочется говорить. Поэтому если есть мобильные телефоны, даже кнопочные, просто пожилым людям, есть тоже, спрашивают нас, пожалуйста, пишите. Ну и в принципе, какую вы помощь можете оказать, обязательно пишите, мы общаемся. Вот сегодня мне позвонил Владимир, у него суши, да, как это правильно называется, ну, суши, я, наверное. Ну, в общем, он, у него бизнес был суши, сейчас у него помещение простаивает, и он готов готовить людям горячее питание. Это гораздо лучше, потому что мы рассматривали варианты готовить у кого-то на дому, но тут, в принципе, в кафе, то есть оно оборудованное, вот, и мы завтра как раз с ним встречаемся, обсудим вариант, если, ну, мы придем там к общим точкам соприкосновения, то мы откроем даже уже место, где мы будем раздавать горячие обеды, мы скажем точку, куда можно приходить и, в общем-то, покушать. Такие варианты мы тоже рассматриваем. Друзья, мы вообще смотрим сейчас разные варианты, поэтому пишите мне, мы открыты, мы обсуждаем абсолютно все. Я желаю всем мира, я желаю всем добра, любви и счастья. Пока!